друзья, я уже один раз показывал, сейчас еще раз покажу, какие здесь матрасы. В общем, вот такие вот матрасы из кашемира. Одним словом, очень хорошо на презентацию, конечно, делать. Если покупать такие матрасы, говорит, вы будете самыми счастливыми, потому что бедуины даже носят эту шерсть, чтобы им не было холодно и не было жарко. Ночью холодно, а днем жарко. Вот цены. Этот матрас, потом подушка и одеяло 8 тысяч, плюс вот эти вот еще подушка с одеялом. То есть матрас, подушка, одеяло и вот эти подушки 8 тысяч стоит. Это сколько 8 тысяч? Около 800 евро, да? Да, чуть больше. Чуть больше, примерно так. То есть вот такие вот цены. Вот для... это не такое мягкое, вот это жесткое. Для скандинавов это недорого. Да. И вот сейчас нас будут кормить разными горбушками, пока не знаю что. Вот здесь, видите, вот такой вот матрас этот. Вот он тоже сделан из этой шерсти. И подушки также из этой шерсти сделаны. Одним словом, все сделано из этой шерсти. И вот такие штуки, говорит, возятся в вашем... в вашем матрасе, если вы спите на других, то есть которые вы не меняете, а если вы пользуетесь именно вот такими шерстяными, кашемировыми, то чистый кашемир, то у вас проблем никаких не будет. Также не будет насморка, который типа появляется. Vi har alla storlekar, men storlekarna brukar variera lite hemma, men man kan få precis vad man vill. Такие вот дела. Ну, очень хорошо, красиво, конечно, объясняет, красиво говорит и весело. И так как я-то не понимаю, но я так через перевод чуть-чуть еще хотя бы понимаю, а вот эти все люди, которые здесь, то все проходит на таком позитиве, и как будто бы какой-то концерт слушаешь. Такие вот дела. И, естественно, сам продукт очень хороший. По крайней мере, все говорят, что это так. То есть это не так, что тебя загрузили и какую-нибудь наколку купил. А на самом деле хороший продукт. И к тому же для них, для людей, которые здесь находятся в зале, для них это недорого. То есть у себя на родине, в Швеции, в Норвегии, они этот продукт не купят за такую цену. Он будет дороже стоить. Дела. Что, друзья, пока все, сейчас я вам покажу попозже, что, чем у нас будут кормить. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию, находимся на острове Тенерифе, Канарские острова.